Сентябрьская погода в Приднестровье побила все рекорды. По сообщениям гидрометцентра, температура воздуха за месяц превысила климатическую норму в среднем на 4 градуса. Почти каждый день в сентябре было плюс 20. На севере Приднестровья такие показатели метеорологи зафиксировали впервые в истории наблюдений. На юге и в центральных районах жару в плюс 20 в начале осени обычно фиксируют раз в 15 лет. На День Республики температура в Приднестровье и вовсе дошла до плюс 35. Необычно для этого сентября и то, что жара свыше 30 градусов держалась больше 3 дней подряд. Норма считается 1-2 дня. Сейчас приднестровские метеорологи и от октября ждут погодных сюрпризов.